Это волшебная комедия Александра Буршака. Вот, я считаю, что она о любви и о том, что любовь может спасти мир, несмотря ни на что. Если вы придете в кинотеатр с семьей, с детьми, с любимыми, с друзьями и родными, вы получите точно прекрасное новогоднее настроение. Какие вот эмоции, как вот, что ожидаешь вообще от премьеры, когда она будет? Мне кажется, получится очень хороший фильм. Я очень-очень жду. А так, еще, пожалуйста, последний вопросик, пару комментариев про сюжет вот таким людям, как мы, которые не знают, о чем этот фильм. Что будет в фильме, в чем основная идея и задумка? Ну, это новогодний фильм, понятно. И там это, можно сказать, про любовь, да.